Дружище, я матерюсь. Так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндер. Сегодня мы продолжаем игру Two Creatures. В прошлый раз сражались с неферами, знакомились, скажем, с жителями башни, искали потерянных жителей башни и что еще? Парочку предметов прочитали, воспоминаний получили, кое-какие оборудования использовали. А, да, кстати, забыл самое важное. Так, подожди, я это переводил, нет? Желаю получить фрагменты памяти тех, у кого он украл воспоминания. Король Неппи начал торговаться с людьми, чтобы получить фрагменты памяти. Как все запутано, а? Так, для начала... А, да, кстати, в прошлый раз я не заметил, то что у меня здесь первое задание выполнилось. Типа башня начала. Найти Виктора. Человек по имени Виктор. Ну, не человека, я не знаю, как это назвать. Здесь дополнительная информация не появилась. Все нормально. Давайте поговорим с ними, с каждым. Здесь получится. По порядку тогда. О том дне, когда впервые встретились. День, когда мы впервые встретились. Почему ты был так ранен? Почему ты так ранено лежал на земле? На меня напала толпа людей. Ты сделал что-то не так? Кража, мошенничество? Убийство? Нет, они просто напали на меня, как только увидели. Ты имеешь в виду, что они напали на тебя без причины? Я думаю, это из-за того, что я так выгляжу. Прости меня. Я не должна была спрашивать. Ну все, она погрязла в этот... в уныние. Не, ну... О, она успокоилась. Самое интересное, знаете что? То, что... Она спрашивает, почему меня люди избили. А по мне не видно, почему меня люди избили. Вот прям вот один глаз такой, все тело зашитое. И рога торчат. Так, это я читал. О, Неппи. А как... Стоп, подожди. Стой. Я статью уже читал. Здесь тут есть такое. Нет, не здесь. В предметах. Вот, нет, не 15, первое. Неппи это неферы. Понял. Значит, о неферах. Откуда взялся нефер? Они как будто появляются из ниоткуда. Мы обречены. Мы все здесь умрем. Я так полагаю. Ты, блин. Он вечно лезет, только чтобы негатив приподнять. Какого цвета вы бы хотели иметь свой гроб? Белый? Сделай мой зеленый, а не белый. Тебе действительно нужно дразнить меня прямо сейчас? Так, о, а это что такое? Понаблюдайте за ней, серьезно? Ну-ка. Куда пропала моя сумка? И все? Ладно. Так, ты мне что скажешь, странный мальчик в юбочке? Чего?
Даже два. О лечении. А, я типа хочу спросить, почему так думал... Я забыл, как его зовут. Л, да. Почему так думал Л о лечении? Ну, типа, то, что я... ну, добрая душа у меня что-то... Я забыл уже, о чем мы говорили в прошлом выпуске. Почему ты спас меня? Ты серьезно? Да. Тебе не нравится быть живым? А с чем это связано? Я имею в виду, разве не было бы напрасной траты времени умереть? Теперь, когда ты жив, мы можем поговорить, так? Поговорить так и задавать вопросы. Кажется, достаточно веская причина, как и любая другая. Почему нет? Нет? Я даже не знаю, что тебе ответить. Так, все, с тобой не о чем поговорить, я так понял. Давай теперь к нашему маркетанту. Конгрессмену, блин. Разговаривать. Не ожидал, что это так переведется. Так, о первой встрече, короче, с ним. Почему ты избегал нас в начале? А, это я спросил, почему ты избегал меня в начале? Было ли это потому, что вы не хотели платить за медицинские услуги? А, это он спросил. Почему ты избегал меня вначале? Не хотел оплачивать медицинские услуги? Нет. Тогда почему ты избегал нас? Я думал, ты нападешь на меня. Ха-ха-ха. Когда ты достаточно силен, чтобы покалечить мои руки? И зачем кому-то лечить твои раны, чтобы потом напасть на тебя? Люди нападают на меня с первого взгляда. Тогда почему ты решил пойти с нами? Потому что ты накормил меня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какое чудо. Ну, я его хотя бы обрадовал. Так, что еще? Поговорить о планах на будущее. Увидев, что Эл и большой парень, вернувшись живыми... Увидев, точнее. Мы должны как-то добраться туда. Да, большой парень должен уметь все. Правда? Он типа меня использует в своих планах. Так, а это что такое? О выходе. Ты до сих пор не помнишь, как сюда попал? Нет, я не знаю. Я сойду с ума. Тебе нужно уйти отсюда. Почему? Мне нужно кое-что пойти отправить. Что происходит? Что с ним? У него память обрывок произошел. Если бы я знал, что это будет так медленно, я бы двигался немного быстрее. Немного быстрее. Что это было? Ноа? Ха? Что?
Твоя голова как-то странно повернулась. Моя голова? Да. Из головы валил черный дым. Значит, память украли. Это... Что это было за память? У тебя украли память? Так. Если Нефер крадет воспоминания, жертва становится странной, даже не подозревая об этом. Как плохо. Как это ужасно, точнее. Так, подожди, стой. У меня есть фрагмент памяти. Вернуть фрагмент памяти. Нихуя себе. А что это дает мне? Я ее... А, это сколько... До полного выздоровления сколько ему надо вернуть, имеется в виду, что ли? Памяти или что? Подожди, стой. Это темный фрагмент, я могу ему вернуть. Тут написано, что это? У вас есть что-то стоящее? Стоит ли сейчас возвращать? Давай-ка, тут же есть и светлые обрывки памяти. Может, пока я оставлю его, а потом, если что, попробую. Мы все прочитали, мы можем теперь идти в зал. В зал этот. В зал у нас наверху, правильно? Подожди, карта. Да, выше подняться и направо. Ключ тоже есть. А почему они со мной не пошли? Сохраниться надо. Первый. Первый, я второй. А, вот тут. О, что это такое? Взгляните на это. Подождите, это разве не моя сумка? А, это разве не сумка Джастин? Что? Почему ты возвращаешься к этому? Чего? Поднять его обратно прошло всего несколько дней. Про чё вообще? Сумка же была. Это была ошибка, я был поражен. Правда. Ты упал в обморок при виде сгорбленного тела здоровяка, не так ли? Ты упала, точнее. Он ей же говорит, это не мне. А, нет, подожди-ка. А может и мне? Это была одна из немногих сохранившихся цветочных ламп лабиринта. Точнее, наверное, цветочных ламп. Не понял. Ламп, то есть, да, это лампа все-таки, лампа. Это не сумка, это лампа. Есть что-то необычное в этой лампе. А, есть что-то необычное в этой лампе? Конечно. Цветы лабиринта – одна из вещей, которые неферы терпеть не могут. Хотя на сильных это никак не действует, но это лучше, чем ничего. Отлично, это моя вина. А чё, мы не можем что ли подобрать? Это лампа получается, да? Её реально нельзя взять? Да, короче, про лампу говорят. Удивились, откуда она взялась. Тут ничего нового не появилось в диалоге там. Так, я не в то русло пошел. Да, ничего нового. О, записка. Обновилась. О, неферах. Неферы опасны? Неферы крадут человеческие воспоминания, и если ваши воспоминания украдены, вы впадаете в потерянное состояние. Все будет как обычно, но при попытке вспомнить утерянные воспоминания из головы пойдет дым. Который как раз таки видел из твоей башки.
Голова кружится, закружится и пойдет черный дым. Ясно. Тут все? Ага, зашли. И пошли. Подожди, будь осторожен. Как? Что? Это опять? Мы все умрем? Джастин, успокойся. Постой! Новое лицо? Мы уже встречались на другой вечеринке? Меня зовут 701. А как тебя? Я не имею имени. У тебя нет имени? А не хочешь номер? Такой... какой? Ты даже своих друзей провел? Я так счастлива. Какой? Блин, что-то не пойму. А, что? Ты даже своих друзей привел? Я так счастлива. Это будет классная вечеринка. Все остались на вечеринку? Ой, я так рада. Нет, мы ищем путь наверх. Не отвечай. Мне все равно. Все должны остаться на мой день рождения, или мне будет грустно. Будет весело и радостно. Все придут отпраздновать меня. Потому что каждый день мой день рождения. Я так счастлива. Вы все будете так удивлены моей вечеринкой. Я собираюсь получить больше мест. Мест? Ты тоже здесь? Превосходно. Про кого он? Что это было? Так, была ли это одна из тех... штучек неферов? Ах, мы действительно собираемся умереть. Но она говорила с нами. Мы только что услышали, как нас забивают в гроб. Какой гроб? Так. Ты говоришь, ты слышишь это каждый день. Но что она говорила? Что нас пригласили? Кажется так. Я думаю, мы должны уйти отсюда. Ладно, тогда пойдем другим путем. Мы должны поспешить. Все должно быть хорошо, если мы пойдем таким путем. Кстати, видели, у меня этот текст сдвинулся. Вот это на самом деле не очень хорошо. Что произошло? Оставь эту дверь, не пытайся ее открыть. Я знаю, о чем ты думаешь. Хорошо. А о чем я думаю? Я еще ничего не думал. Мне больше удивило, что там вот этот вот... вот эта девочка кого-то узнала. Ты тоже здесь, она сказала. Кролики привязаны чуть ли не насмерть.
Так, предметы есть? Нет, ничего нового. Вот задание обновилось, я видел. Во, что-то появилось. Так, встретил Нефера, который называется 701. У него сейчас, у нее сейчас вечеринка по случаю дня рождения на этом этаже, и он пригласил нас. Остается вопрос, остались вопросы о ребенке без ответов, но люди говорят, что это опасно. Ясно. Сохраниться надо. Ну чё, пошли по одной комнате. Галерея внизу. Подожди, все три двери... А, нет, одна дверь? Или нет? Подожди, где мы? Мы в главном зале же? Ну, а в галерее-то я не был еще. А, вот она. Да, это она. Но тут пройти нельзя нигде, да? Ни тут, ни там. Это будет тяжело сделать, кстати. А дальше есть пройду. Нету проходов. Может, что-нибудь лежит? Кстати... А, ладно, хрен с ним. Тут надо все осмотреть тщательно. Здесь тоже прохода нет, насколько я помню. А, это центральный проход. Да. О, че? Ну-ка. Это дыхание. Дыхание? Он типа дышит? Так, я походу до столовой дошел. Кстати. Требуется ключ, украшенный серебром. Ясно. Торт вижу, да? Торт необычного вида. Ясно. Отсюда мы пришли, да? Да. Пошли пока наверх. Давным-давно великий монах ушел глубоко. Ясно, я это читал вроде в прошлой серии. Да. Ах ты... У них, кстати, прически как будто всегда разные у этих кукол. Так, их тоже надо на места посадить. Погнали! Ага, кролик обычный. А есть еще необычный. Так, одна сторона готова. Быстрей, быстрей, быстрей. Ага. Ага. Идеальный план. Сейчас надо еще одного обычного найти. Надеюсь. Но сердечки теперь видно. Легкий босс попался, по факту. Ну, не босс этот, моб. Ага. Ага. Ага, тебе хана. Нормально. Воспоминание новое. Это опять воспоминание Ноа. У него только очки. Почему ты всегда здесь один? Почему ты не хочешь увидеть свою семью? А хочешь быть моей семьей? Мне тоже нужна семья. Это девочка, что ли, какая-то ему предлагала семью, типа, сделать. Да, это светлое воспоминание. Смотри, оно прям этот светится теплым светом. Надо будет снова поговорить. В том плане, что посмотреть, что будет, если я буду и то, и другое воспоминание применять. Там же что-то дается при каждом их использовании. Разве я просил тебя из тьмы повысить меня? Из тьмы повысить? Так, здесь я дорожку открыл. Ничего нет. Ничего нет. Я вообще где?
Библиотеки, понял. Тут есть два прохода. Вот эта комната закрыта, я туда сначала схожу. Хотя все они разные, обычно они бродят по местам с большим количеством людей, питаются воспоминаниями, о которых люди вспоминают. То есть смотри, если человек ни о чем не будет думать, то неферы не смогут питаться воспоминаниями этого человека. Просто человек стоит, ни о чем не думает. Вообще никакое воспоминание, ничего. Никакие мысли. Вот это было бы круто, да. Так, иногда озорные неферы крадут эти предметы и прячут их в секретном месте. Какие предметы? Ладно. Вот у нас здесь закрыто. Ну, в смысле, комната закрытая, никуда больше не идет. Надо сразу посмотреть. Нифига себе, меж столов не могу пройти. Не ожидал. Медицина. Так, подожди. Парацельсус. Так, старая потрепанная книга. Я хрен пойми, это, наверное, Парацельс, это фрагмент памяти нашел. Бесплатно, не в нефере даже. А чё это? Подожди. Вот это светлое воспоминание Ноа. Даже лучезарное воспоминание. Ни хрена себе. Сколько видов их бывает? Так, фрагмент воспоминания, которое ощущается как счастье. Он содержит память о Ное. Я хочу сохранить счастливые воспоминания о том времени, пока меня не положат в гроб. А это что такое? Бледный фрагмент памяти. Фрагмент памяти, напоминающий грусть. Он содержит память неизвестного человека. А если я кому-то отдам эту память? Не тому человеку. Это... плохо будет или хорошо? Ты нужен ассоциации охотников. Это, короче, листовка с рекламой. Больше тут ничего нет. Пошли сюда. Ага. Ну давай сразимся. У них глаза, я точно знаю, отличаются. А вот прическа, не знаю. Так, кролики, я тебя увидел, я тебя понес. Ага. Эти не полностью отнимают здоровье, слышь? Чуть-чуть отнимают. По половинке у нефера отнимает. Ты можешь стрелять, перестанешь уже? Ай. Ну ладно. Ай! Ни хрена себе! Одним залпом меня убил. Вообще не ожидал. Вот этот поворот. Ну ладно, по крайней мере. Ага. Так, стрелять будут. Ладно, я тут постою. Ну торопиться как бы некуда, я успею. На опережение стреляет. А, не, это третья атака. Которой еще не было. Ага. Все. Добил. Ух, это чье воспоминание? Мам. Что такое, малыш? Когда папа вернется? Папа? Он скоро вернется.
Он обещал купить тебе отличный подарок на обратном пути. Вау. Подарок? Круто. Надеюсь, что папа скоро вернется. Конечно. А чё воспоминания? О, я тебя впервые вижу. Подожди, стой. По лицу напоминает Эл. Точно говорю. Эл напоминает. Такая же... Подожди, так он же парень. Как может быть это его воспоминание? А, это не Эл, это Ханна. Лучезарные воспоминания. Светлые, точнее. Теплые, светлые, темные есть. Грустные. Так, не понял. А, это я случайно. Я прочитать хотел. Сейчас. Так, фрагмент воспоминаний, который ощущается как счастье. Он содержит память Ханы. Я рисую, чтобы не забыть счастливые воспоминания. Понятно. Тут что написано на стене. Внимание, вход воспрещен. Куда? Ты здесь вход где-то видишь? А тут что написано? Так, я одинок. Перевести не мог. Хоть это и было и просто, но не разборчиво. Я одинок. Бедный кролик. Куда я вообще выхожу сейчас? А, понял. Картина. Выглядит счастливым. Кстати, я какую-то надпись вроде видел на выходе. Наверное, показался. Сейчас будет еще один бой. Давай, погнали. Сразу же, чтобы проблем не было. Ага, ага. Так, это что? Это... Типа... Неподходящие, что ли? Больно вообще-то. Так, подожди. А, она сюда не может пройти. Она как бы бегает и стреляет. И плюс тут еще само стреляет комната. Сверху идет. Выстрелы. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, так. Еще чуть-чуть остался. Ай, блин! Там я забыл убрать его со стула. Ща. Все будет. Мне надо как-то валить оттуда, иначе убьет. Пол сердечка, обосраться. Это было близко, да блин. Так, значит, вот этих фальшивых надо в сторону убрать. Что мне там дали, кстати? Кролик обычный дали. Обычного, точнее. Один попал. Би-би-би. Ладно. Где? Не вижу. Наверху. Отлично. Супер. Превосходно. Бери. Ложи. Молодец. Все, в принципе. Фух. Нормально. Это опять воспоминание Ноа, что ли? Ноа, почитай мне сказку, что ли? Рассказ. Мне тоже.
Я немного... Я не усну, пока ты это не делаешь. Какую книгу ты хочешь, чтобы я прочитал? Тот, что с прошлой ночи. «Гадкий утенок». Я не знаю, почему вы, ребята, так любите эту книгу. Однажды родился большой гадкий утенок. Большой прямо. Утенок никогда не знал, как страшно родиться. А продолжение? Тоже светлые воспоминания. О, сейчас, короче, что мы сделаем? Мы... Так, фрагмент памяти, да, прочитаю. Там у них приписка идет. Не... Подожди. То есть одинаковые два у меня. Я думал, тут какие-то контексты в этих кавычках идут. Вот видите же, ниже кавычки. Вот, я думал, там что-то новое дописывает, а тут, оказывается, все одинаковые. А как я тут должен складывать? Тут все места заняты. А, все, понял. Тут и сохранение есть. А, в принципе, в следующей серии, наверное, мы... Че это? Ты слышишь, как лезут зубки? Стучат зубы, точнее. Ладно. Я по порядку все сделаю. Стоп. Тут всего надо одно переместить в сторону и готово будет, как говорится. Это я тебе проходы открыл? Типа, это сюда, это туда. Понял. А главное вниз. Да? Да. Я открыл себе проход, получается. В коридор. Центральный. Да, мы еще тут на полу что-то нашли. Разбитую лампу цветочную. Здесь ничего нет в этой комнате вообще. В принципе. А здесь что? Проход куда-то? Не-не-не, давай в следующий раз подеремся. Я просто проверить хотел. Тут что? О, кот! Ни хрена себе, вот это поворот. Я бы мог, конечно, 701 написать, но тут 4 циферки. Картина. Женщины. Не выделяется почему-то. Лицо искажено. Ясно. Ладно, в следующей серии попробуем воспоминания Ноа поэкспериментировать, вставлять, как говорится. Извиняюсь. Так. И я только ему же могу. Я только ему же могу воспоминания вставить, правильно? Больше никого нету из знакомых лиц. Да, темный. Да, темный и два этот лучезарных. Благодарю всех, кто смотрел видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. Пишите свои комментарии, я их люблю читать. С вами был Дэрил Виндер. Всем пока.